Реальные события на языке музыки. Композитор Александр Чайковский напишет оперу, посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом шла речь на встрече с главой республики. Во встрече приняли участие министр культуры по делам национальности и архивного дела республики Светлана Каликова и художественный руководитель симфонической капеллы, народный артист России Морис Яклашкин. История трудового подвига поистине народная. Оборонительные рубежи вдоль реки Сура строили жители сразу нескольких районов. Еще живы люди, которые непосредственно участвовали в строительстве. При создании оперы известный деятель искусства планирует использовать чувашские народные песни. В центре будет история, на какая-то лирическая история о любви вот молодых людей, которые потеряли потом друг друга, а потом, как ни странно, они нашлись после войны. Все это будет основано на документах, на реальных вещах, поэтому я считаю, что это должна быть абсолютно такая документальная опера, по сути. Я не знаю, была ли такая когда-нибудь, по-моему, не было еще. Ее, может быть, мы даже назовем именно документальная опера, вот как-то так. Но сейчас, когда я уже вот так вклиниваюсь в это дело, то это очень такое волнительное и очень задевает уже, что это хочется сделать такую вещь.